Итак, дорогие подписчики, несколько слов. Прежде всего, приветствую вас. Мы сегодня находимся на мероприятии. Это второй демонтажный форум России проходит. Добрый день. Мы к вам вернулись после каникул. В августе мы не вели наши прямые эфиры, но тем не менее напоминали вам о прошедших ранее, выкладывали наш архив. Итак, сегодня мы здесь на демонтажном форуме. Я вам сейчас дам небольшой обзор мероприятия. Сейчас проходит кофе-брейк. Здесь в зале сидят члены ассоциации демонтажников в России. И это ежегодный форум, второй проводится. Спонсорами которого также является компания Volvo Construction Equipment и наш официальный дилер компании Ferronordic. И, собственно, более подробно о наших решениях Demolition мы вам сегодня расскажем, о том, что происходит. Для этого я сейчас попробую подключить компанию Ferronordic. У нас сейчас кофе-брейк. Мы сейчас выйдем в совместный эфир. Добрый день. Да, дорогие подписчики, как всегда, мы будем выходить для вас каждый вторник, продолжать в 11:30. Приглашаем Ferronordic. Сейчас коллеги примут наш запрос. Вот такой большой зал. Собственно, весь он заполнен делегатами. Так, ну почему-то у нас никак не присоединяется Ferronordic. Небольшая техническая пауза, минусы прямого эфира. Так. Нет. Я извиняюсь, дорогие подписчики, сейчас мы наладим техническую часть. И я передам слово Александру Шмакову, директору по развитию бренда Volvo у нашего дилера компании Ferronordic. Знаете, давайте сделаем проще, я просто отдам свой микрофон Александру. У коллег не получается. Я подойду сейчас. Нет. Посмотрите, как много делегатов. Пока почему-то у нас не подключается Ferronordic. Я думаю, мы сделаем сейчас проще. Я просто передам... О, у тебя что-то с интернетом. Да, но у нас, видимо, технические сложности. Я сейчас просто передам свой микрофон Александру. Да, добрый день. Мы сегодня находимся на втором демонтажном форуме. По уже ставшей доброй традиции мы являемся совместно с партнерами с компанией Volvo генеральным спонсором этого мероприятия. Считаем, что отрасль динамично развивающаяся, имеющая очень большой потенциал. В России очень много объектов, которые надо, скажем, реновировать, снести, построить на этом месте что-то новое. Компания Ferronordic предлагает полный спектр оборудования для отрасли демонтажа, такие как техника Volvo, бульдозеры Dresta, дробильно-сортировочное оборудование Sandvik, компактная вспомогательная техника Micolac. То есть, по сути, мы можем предложить полный комплекс услуг нашим клиентам. И обратившись в компанию Ferronordic, соответственно, можно
получить полный спектр оборудования, услуг для того, чтобы производить вот эти мероприятия. У нас уже скоро начинается вторая часть. Очень надеемся, что, так сказать, совместно с нашей компанией, совместно с нашими партнерами из компании Volvo, мы внесем существенный вклад в развитие этой отрасли в России. А следующий, наверное, мой коллега еще добавит пару слов по поводу тех, может быть, интересных проектов, которые сейчас есть, в которых мы участвуем, в которых работает наше оборудование. Илья Сметюх, руководитель коммунальной компактной техники, а также руководитель направления по сносу и демонтажу. Илья, передаю тебе микрофон. Спасибо. Здравствуйте. Мы уже второй раз участвуем в мероприятии, которое представляет лидеров демонтажной отрасли. Второй демонтажный форум в качестве генерального спонсора. Ну, могу отметить, что за год была проделана очень большая работа. Ассоциация действительно работает. И вот сегодня мы видим и новых участников. С нашей же стороны мы продолжаем предлагать нашим клиентам самые лучшие решения в части техники для сноса зданий. У нас появляются новинки. В этом году мы представляем экскаватор Volvo EC750 Ultra High Reach, который обладает новаторской тележкой раздвижной, имеет сменную стрелу, имеет возможность подключения экскавационных стрел для с возможностью изменения угла присоединения к базовой машине. Наклонная кабина. Вот, машина может опционально оснащаться системой пылеподавления. И также традиционно модели меньшего класса. Также в этом году впервые Ferronordic представляет технику Sandvik. Это комплексы по вторичной переработке уже образовавшегося материала, грохоты и дробилки. Вот. Ну и компактная техника Volvo и Mecalac, которая может использоваться на процессах, которые задействованы в каких-то стесненных условиях и на этапах подготовки к основному сносу. Вот. Новостей очень много, поэтому будем рады всем участникам, расскажем все в деталях. Вот. Поэтому призываю всех обратиться на наш стенд Ferronordic для детальных консультаций. Еще буквально два слова хотел добавить. Традиционно у нас отрасль в России достаточно молодая. Используются технологии, возможно, не самые современные. И задача Ferronordic совместно с нашими партнерами, производителями техники Volvo, Sandvik, Mecalac, Dresta, привнести, скажем так, тот мировой успешный опыт в области демонтажа, который бы позволил снизить затраты наших клиентов на проводимые работы и повысить эффективность. А финансовые решения для клиентов вы предоставляете? Конечно. Значит, мы традиционно работаем с нашим партнером Volvo Finance Service. Предлагаем также условия от ведущих лизинговых компаний России. То есть, по большому счету, есть собственная программа аренды с последующим выкупом. То есть, по сути, тот спектр финансовых предложений, которые на сегодняшний момент присутствуют на мировом рынке, мы также предлагаем России. Более того, дополнительно можно профинансировать не только технику, но и сервисные услуги и запчасти. Это тоже то, о чем можно сказать, одну из новинок, которые мы предлагаем в этом году. Подскажи, пожалуйста, по поводу сервисных услуг, да, как вообще осуществляется сервисное обслуживание, пару слов по сервису, чтобы клиенты знали, что приобретают демонтажную машину, они могут быть спокойны.
Ну, в этом плане требования, может быть, даже немного выше, чем к потребителям обычной техники, потому что такая демонтажная техника, она должна все время быть в рабочем состоянии, и мы предлагаем несколько вариантов. Это заключение договоров на весь жизненный цикл машины, или же на гарантийный период, полное сервисное сопровождение, которое подразумевает, Ну, по сути, все это ведет к снижению затрат, так или иначе. Значит, касательно сервиса, тоже буквально два слова. Значит, на сегодняшний день у Ferronordic в России более 90 точек присутствия, да, в основном, конечно, это как раз-таки сервисные небольшие, либо большие сервисные станции, да, и стратегия нашей компании здесь заключается в том, чтобы быть как можно ближе к клиенту, да, чтобы время реагирования сократить, условно говоря, ожидания при поломке, либо каких-то плановых обслуживаний с там, дней до часов. Вот. И как уже Илья правильно сказал, простое такое оборудование стоит больших денег, да, потому что часто есть требования временные касательно выполнения, да, каких-то работ на объектах по сносу. И здесь, конечно, очень важно, чтобы оборудование полностью работало. Также мы одна из немногих компаний, которая готова предложить гарантию КТГ по технике. Да, у нас есть уже опыт, в том числе по собственным проектам, которые мы выполняем. Субконтрактные работы, да, то есть наработали там неплохой опыт и готовы это также предлагать клиентам, в том числе как бы вот в этой отрасли. Тут у нас вопрос от подписчиков, правда не по нашему бренду, спрашивают, когда у вас Sandvik будет на складе в наличии? Sandvik на складе в наличии будет уже в сентябре. Приезжайте, смотрите, все расскажем, покажем. Пожелания хорошего дня, вопросов больше нет. Да, всем тоже хорошего дня. Надеюсь, что еще, так сказать, будет что нам рассказать, может быть, даже сегодня. Спасибо.